Так, сегодня я готовлю холодный свекольник, такой свекольный суп. Холодный, когда на улице жарко, очень хорошо его употреблять. Так, вот у меня здесь две молодые свеклы, отваренные, потом я их потерла на терку мелкую. Вода в чашке. Так, здесь у меня что? Лимонная кислота, соль и сахара немножко. Редиска, отваренные яйца, огурцы свежие, я их почистила. Сейчас мы их мелко-мелко порежем. Так, еще сметана и кефир. Кефир 3,2, чтобы не совсем кисло было. Ну и сметана 15%. Так, еще добавим лук и укроп и петрушку. Вот я уже порезала огурцы. Здесь у меня три огурца. Мелко порезала. Вот и свеклу вам хочу показать. Какого размера была свекла? Две свеклины таких вот у меня. Ну, маленькие, может, грамм 70 это свекла. Так, вот я взвесила свеклу. Я вас, конечно, обманула. Она где-то 110 грамм одна свеклина. И у меня было таких две свеклы. Так, что это? Фокус. Вот фокус. Я их отварила 1,5 часа в кастрюльке. И охлаждала где-то минут 5-10 по струе холодной воды. Делала такой шок. И она тогда мягкая и сладкая, и хорошо снимается кожа. Так, в кастрюлю с холодной свеклой тертой мы добавляем воду. Это пол-литра, наверное, будет. Здесь у меня добавила воды. Сейчас сюда добавлю соль. И лимонной кислоты. Вот видите, у меня очень маленькая чайная ложечка. Вот я всего чуть-чуть добавляю. Потому что еще будет кефир кислый. И сметана даст свою кислинку. Так. Все тщательно перемешала. И сейчас добавляю кефир. Где-то пол-литра. Беру самый жирный кефир. Вот. На полбутылки хватит пока. Так, все тщательно перемешала. Сейчас буду добавлять сметанку. Я добавлю 2 ложки, 3. Смотрите, как кто по вкусу добавляет. Ну, и надо пробовать все по вкусу. Соль, сахар, кислота. Сейчас я попробую. Ну, все на хорошо. Для моего вкуса хорошо. Отлично. Сюда яйца. У меня 5 штук С2. Ну, яйцами вы не испортите, если будет и больше. Редис. Ну, грамм, наверное, 200 здесь. И 3 огурца средних, мелко порубленных. Это все по вкусу. Так, огурцы я здесь добавила. Яйцо перед самой подачей в тарелку. Сейчас попробую, как оно на вкус. Даже уже без яйца вкусно. Я лук перетерла с солью, чтобы вышла горечь. А то он уже с грядок. Сегодня 2 июня. Он уже такой ядреный. У нас в Беларуси лук очень ядрен. Все добавила. Кто
кто-то, если хочет пожиже, можете больше воды добавлять, больше кефира. Подавать свекольник я буду с картошкой отварной и обжаренным салом и луком. Вот так в середину. Толченая картошка с салом, горячая. Это не пюре, а просто толченая картошка с обжаренным салом. Вот она такая у меня в кастрюльке.